23 июня в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале открывается выставка «Традиции Абрамцева сквозь века». Будут экспонироваться около 50 предметов из коллекции музея-заповедника Абрамцева. Выставка представляет произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, созданные в традициях Абрамцевского художественного кружка. Планируется демонстрация фильма об Абрамцеве. Выставка организуется в рамках соглашения о сотрудничестве музея-заповедника Абрамцева и двух музеев Дагестана.